Альбомы «Победы», которые подарили пятиклашкам всех школ, уже заполнены. Сейчас конкурсная комиссия оценивает лучшие работы. Из 30 альбомов жюри должно выбрать 3 лучших. Они будут отправлены на окружной тур конкурса. Каждая работа оценивается по 3 параметрам. Первое – это рассказ о своей семье, биография. Действительно, ребята поработали очень хорошо. Ценно то, что работа была выполнена вместе с родителями. Серьезно поработали ребята над изучением истории своей семьи, о дедушках, о прадедушках, ну, некоторые, так скажем, до 3-го, 4-го и даже дальше колена дошли. Дети, готовясь к данному конкурсу, изучили много материалов, узнали полезные, ценные информации о истории своего города, своей улицы, своей непосредственно семьи. Вот сегодня мы уже часть работ посмотрели, многие дети детально описали историю там чуть ли не с рождения своей прабабушки, прадедушки, когда родился, как жил, в каких трудных условиях, когда воевал, какие награды. А если бы, может, не этот конкурс, вот ребенок и не спросил, детально не подошел, то есть он сегодня имеет возможность, наши дети имеют возможность вот это изучить все не по книгам, а из первых уст. Основная цель конкурса, как говорит Надежда Николаевна, это патриотическое воспитание подрастающего поколения. Только так наши дети смогут чтить память и подвиг своих прадедов. Второе задание конкурса предполагало поисковую работу. Ребята должны были указать имена героев Великой Отечественной войны, в честь которых названы улицы нашего города. Серьезно работали с картой нашего города, изучали, почему так названы улицы, но на что вот обращаем внимание, что некоторые ребята, северчане отмечают только северную часть, ребята южной части называют только улицы, которые в южной части города, наверное, это не совсем правильно, не совсем полно. Надо было пошире познакомиться. И третье задание предложено было дать ответ на вопрос, почему Урал считается опорным краем российской державы. Здесь пятиклассники вместе с родителями и учителями истории обратились к руководителям школьных музеев и нашли достоверное подтверждение этого выражения. Основная же цель, которую преследовали организаторы, депутатский корпус Александра Серебренникова, достигнута. Теперь, после заполнения альбома, дети знают, кем были их прадеды на войне, кто такой Николай Кологоида и почему на мемориальной стене в школе номер 1 веки вписано его имя. Сама идея вообще хороша. Хороша, потому что дает возможность соприкоснуться с историей, дает возможность провести исследовательскую работу как в рамках города, в рамках области, так и в рамках своей семьи. Идея сама по себе хороша, и главное, наверное, ребятам было приятно работать с таким чудесным альбомом. А сегодня в школе номер 18 во время встречи тружеников тыла прошло награждение пятиклассников, которые, по мнению строгого жюри, справились с заданиями конкурса лучше остальных. Среди них Булат Шакиров, ученик школы номер 18. Просматривая его альбом, конкурсная комиссия отмечает, что работа сделана не только аккуратно, но и глубокомысленно. Фотографии и рисунки дополнили материалы альбома. Булат Шакиров, учащийся 5 класса муниципального образовательного учреждения средняя общеобразовательная школа номер 18. Руководитель заповеда в муниципальном этапе конкурса «Жить в родине служить», посвященного 60-летию Победы в Великой Отечественной войне. Мне помогала работать мама. Больше всего мне понравилась та работа, где надо было узнавать про улицы и героев, в честь которых они названы. Еще двум победителям, Ксении Даниловой из 13-й школы и Максиму Овчинникову из 20-й, были вручены дипломы и памятные призы от Законодательного собрания Свердловской области. Информационным спонсором этого проекта на территории Полевского был 5-й канал. Ксения Болдинкова, Алексей Ионов, новости нашего города.